Чи пам'ятаєте, був такі ситуації, коли були в Сирії, коли теж 20 чи 27 таких тактичних ракет розбомбили якийсь аеропорт десь там біля Дамаску, потім вияснилось, що там один чи два загинуло, що це все було просто для того, щоб, як називають, вихід пару. Договорняк, да, такий, да? От, власне, давайте, шановні, в такому ключі. Це, чим, а може таке бути, що це дійсно така... Взагалі, така домовленість на такому рівні? Похоже. Нет, я лично далек от этой мысли. Меня больше всего, вот, например, убеждает то, что Соединенные Штаты... Вы же помните, что Иран был очень близок к созданию ядерного оружия. Очень близок. Ну и сейчас он в одну сторону порядком вышел из угоды. При помощи России, Китая, иранцев убедили, что надо пойти на сделку с Соединенными Штатами, подписать ядерное соглашение, ядерный договор... И в результате чего Соединенные Штаты снимают санкции экономические с Ирана, снимают эту блокаду, улучшается экономическое положение внутри страны, а Иран на какое-то время, или может быть даже на совсем, замораживает свои исследования в ядерной области. Ну, насколько я знаю, там все-таки... И этот договор был подписан. И российские твердые стоят, а не американские. Неважно, я говорю об оружии. Руслан, ага, про... я не говорю об атомной энергетике, а атомная энергетика это вообще в стороне стоит, понимаете? И она будет развиваться в Иране. Не, ну плутоний берут атомных. И в Турции тоже АКУЮ строят россияне. Вот. Но это, но Турция не является... Не, просто та технология передбачає как раз отримання плутонию збагаченого. Да, 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 да. Я вас понял. Так вот, именно Соединенные Штаты пошли на такой шаг именно из-за того, что они не хотели видеть, как Северную Корею, Иран с ядерным оружием, понимаете? Это очень важный момент. Никогда Соединенные Штаты, и это сказал, кстати, Трамп, в своей речи последней, что он не допустит создания ядерного оружия в Иране. Это квинтэссенция американской власти. Какая бы партия ни пришла к власти, республиканцы, демократы, они всегда были и будут за то, чтобы на Ближнем Востоке не появилось еще одно ядерное государство, как, к примеру, Пакистан. Понимаете? И в этой связи американцы будут очень последовательны. Вот они будут идти другими путями, как он сказал, мы найдем другие санкции. Я вважаю, це крайнім цинізмом, коли говорять, що ми будемо з вами співпрацювати, але ми ще більше усилимо санкції. Да, це саме чистої води цинізм. Чистої води. Це по-американськи. У американців навіть найкращі друзі завжди могли швидко дуже перекваліфікуватися во врагов. Найкращі друзі, прикладів таких немало. Тот же Шах Ірана, к примеру. Вони Мухаммеда Реза Пехлеви просто возносили до небес. Но когда случилась апрельская революция 79-го года, сдали его с потрохами, даже не разрешили въезжать в Соединенные Штаты.